Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Степана Пепеляева. Миньоны добрались уже и до Перми, поняли мы, когда увидели фотографию, которую нам прислала Ольга Колегова. Хорошие миньоны, трудолюбивые, сразу с инструментами пожаловали. А уж у нас в Перми работы для них хватит. А вот Софья Мандрила своей фотографией продолжает тему грибного сезона. А на фото вот такой гриб-гигант, который Соня заметила, когда проходила мимо школы номер 77. На улицу быстрых рекомендуется выезжать водителям лишь с хорошими навыками вождения. Два открытых канализационных колодца плюс провал. И все это сосредоточено рядом с 11-м домом. Ограждения, конечно же, выставлены, но порой они не помогают. К примеру, вчера одна из местных жителей, Анна Скачко, наблюдала, как в яму угодил прохожий. Что же еще должно произойти на улице Быстрых, чтобы коммунальщики, наконец, занялись открытыми колодцами и провалом? О сильном урагане, который бушевал в Перми месяц назад, многие пермяки уже и не помнят. Но только не жители дома номер 95 по улице Уральской. Им об этой стихии напоминает огромная ветка, которую ветер отрывал-отрывал от дерева, но так до конца и не оторвал. И вот уже второй месяц она висит прямо над пешеходной дорожкой в сквере Розалии Землячки. Единственное, что спасает ситуацию, так это соседнее дерево, которое ветку поддерживает. Но вот насколько у него еще хватит сил, неизвестно. Пермь настолько культурная столица, что пианино у нас прям на улице стоят. Захотел на нем поиграть, подошел. Ну, на этом особо не поиграешь, ну хорошо. Просто посмотрел, порадовался. Все-таки фортепиано это не совсем обычное. Так и просится в кадр сегодняшнего дня. Ну вот и все на сегодня. Нам остается лишь напомнить, что продолжается наш конкурс на лучшую новость недели. Обо всем, что вас радует или огорчает, вы можете сообщать, как всегда, в информационно-справочную службу «Дежурный по городу» по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Солнечного погоды, отличного настроения и всего только самого хорошего. Удачи и до скорых встреч!